гигантские склады, в которых хранятся самые разные ништяки. Ну я их не сниму, мы дальше поехали. Да, но мы их не снимем, потому что это военная тайна. We'll be right back.
Очень интересный объект с огромным затопленным подвалом. Даже больше не подвалом, а хранилищем. Что-то пока не знаем, будем узнавать. Сейчас решаем с маршрутом, и пока едем прямо. Вот справа у нас замечательная городская водонапорная башня города Мамоново. Но она, к сожалению, ну или к счастью, закрыта. Чтоб там не вандалили. Она функционирует. Чтоб не застроили. Налево. Да. Налево? Да. А я выезжал где-то вот тут вот. Да, на Бердинке нам и надо, там Моно-Влад, вот это, по-моему. Да. По-моему, я вот тут приезжал.